Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Алена. Я сегодня в магазине Фикс Прайс. Это Балашиха, станция Никольская. И давайте с вами посмотрим на новинки этого магазина. Здесь уже есть щелкунчики. Также баночки выставили прошлогодние. И много-много елочек. 59 рублей заколочки для волос, 4 штучки в комплекте. Заколки невидимки. И разные варианты. Крабики новые расцветки. 79 рублей. Такой, по-моему, был. Вот эти новые. И в горошек. Малыши по 79 рублей тоже. Такие были, да. Добавили письма Деду Морозу 59 рублей. Вот такая комплектация. Тут и наклейки, чего только нет. И варианты разные таких писем. Еще вот такой вот с дракончиками. 55 рублей подарочные пакетики маленькие. 23 на 17 на 10 сантиметров. Варианты, как всегда, разные, разнообразные. Посмотрим, что нам предлагает Фикс Прайс. Еще вот такой синенький. И вот такой вариант. Жидкое мыло от целебной травы, антибактериальное. Мы с вами смотрели вариант алоэ вера, а есть еще два. Вот такой вот мед и ромашка и лаванда и комплекс трав. 79 рублей 450 миллилитров. Также новое жидкое мыло питающее для рук и тела в дой-пакете. 79 рублей 1 литр. Два в одном, драгоценные масла органы. И производитель, я так понимаю, город Ступино, да, Ступинский химический завод. От Флоресан сыворотка против облысения, несмываемая, против выпадения волос. Укрепляет и восстанавливает волосы, направленное действие на корни и стимулирует рост волос. 79 рублей стоит такая упаковочка, здесь 100 миллилитров. Способ применения, вот он на коробочке. Ребят, сегодня я хочу провести опрос по мылу. Мы с вами найдем самое лучшее, самое хорошее мыло кусковое из магазина Фикс Прайс. Если вы хотите поучаствовать в этом опросе, то проходите мой телеграм-канал, ссылочка будет внизу в описании к этому видео. И оставлю в первом закрепленном комментарии, для многих так будет проще. Проходите, подписывайтесь и голосуйте. Все просто. Голосуем, как всегда, просто ставим лайки под фотографии с тем мылом, которое вам понравилось, которым вы пользовались. Вот зачем так делать? Непонятно. Еще привезли новые классные тетради. 48 листов, 59 рублей. Тетради в клеточку, пролинованные. Листочки гладкие. И такие два варианта. И еще покажу. Вот такие. Альбомы для рисования 24 листа 39,50. Новые классные обложки. Смотрите, какие забавные. Есть вот такие варианты. И вот этот мне особенно понравился. Еще вот такой вот. Еще для мальчиков варианты. Коврики, травка, посмотрите, новые расцветки. Давно не было в продаже таких ковриков. Зелененькие были, такие ярко-зеленые. Сейчас такой поспокойнее цвет,
40 на 60 сантиметров, 199 рублей. Естественно, прорезиненные. Можно брать как фон для фотографий. Игрушка для ванной, пазлы ЭВА, 99 рублей. Вот такие небольшие. Из двух состоят деталей. И варианты разные. Есть турбозавры. Я вам все покажу. Смотрите, какие забавные овечки. Я такой мультик не видела. Три кота. Всего здесь сколько? Раз, два, три, четыре, пять таких вот пазлов. Геройчики и Лео и Тик. 149 рублей. Магнитный пазл. 70 элементов. Можно прям на холодильнике собрать. Ну или на какой-нибудь магнитной доске. Размер 21 на 30. Три кота. Лео и Тик. И вот они все варианты. Геройчики. Мимимишки. Лео и Тик. Кошечки-собачки. И три кота. Здесь прям много-много новинок. Смотрите, какой-то наборчик 124 рубля. Морские обезьянки. Вылупляются за 48 часов. Подкармливай и смотри, как растут твои новые питомцы. Морские обезьянки, или как по-научному их называют, артемия. Это крошечный рачок. Надеюсь, правильно прочитала. Надо будет посмотреть, как ударение ставится, артемия или как-то по-другому. 124 рубля. Мы уже что только не делали. И кристаллы выращивали. Теперь вот будем выращивать морских обезьянок. 199 рублей. Набор «Быстрые овечки. Игра с фишками». Это отель у овечек. Развиваем устный счет, внимание и реакцию. 90 карточек. Книжка. Для деток от 3 лет. Мимимишки. Тоже варианты разные. А вот здесь уже появляются Тобот, шустрые роботы, и Марвел, паучок и его удивительные друзья. Также есть еще три кота. Там, может быть, еще что-то дальше, но уже не полезу. По-моему, я вижу Майнкрафт. Да, Майнкрафт еще там есть. В общем, выбор большой. Смотрите, еще конструктор динозавра, 99 рублей. Создай свою вселенную. Очень много привезли сюда игрушек для деток. Схема сборки внутри. Собери всю коллекцию динозавров. Их 4 штучки, я так понимаю. Не отпускает нас детский отдел. Конструктор робот-воин. Встань на защиту галактики. Это Play the Game. Игрушка для деток от 6 лет. 149 рублей. Схема сборки имеется. И вот такие роботы. Собери всю армию. Вот классная тоже новинка, посмотрите. Это лабиринт с шариком. 149 рублей. Вот это супер новинка, на мой взгляд. Я вообще любитель лабиринтов и всего такого. Вот это, я думаю, будет интересно поиграться. Тут шарик маленький-маленький. У нас на детских площадках в городе на новых делали вот такие лабиринты. Очень быстро они, правда, сломались. Очень жалко, их не ремонтируют. Но все-таки вариантов много-много-много. Еще космос со звездой. И пиратская тема. Снова нам привезли игрушки-погремушки на руку. 124 рубля, и варианты разные. На липучку все это застегивается. С нуля лет. Отличные, на мой взгляд, игрушки. Я бы такие купила бы своим деткам. Но мои детки уже выросли из этого возраста. Также 124 рубля. Игровой набор «Собираем урожай». Немного поздновато. Урожай мы уже собрали, но все-таки вот к нам привезли. Здесь и перчик, и чесночок, и помидор, огурец, и даже есть кукуруза. А в этом наборе клубника, банан, то есть фрукты. Разные варианты. 124 рубля. Произведено это Нордпласт, это Россия. Ну, то есть все отлично, можно смело брать. Пластик качественный, плотный, не прогибается. Поторопилась я с покупкой календаря. Но вообще, как бы,
каждый год их разбирают очень быстро, квартальные. Вот сюда привезли много, я вот такой вот списочкой взяла. А хотела другой, хотела я вот этот. Ну, красота. Такой календарь стоит 149 рублей. Вау, неожиданная какая новинка. Опора для спины, для сидения авто. 124 рубля. Жесткий каркас. От Грасс мы с вами смотрели уже подобный гель, но там был для цветного белья. Здесь для всех видов тканей, подходит с первых дней жизни. Состав хороший, 1 литр рассчитан на 22 стирки, но стирать можно до 60 градусов. Здесь еще есть новиночки в этом отделе. Например, вот такой вот санфор, розовый фреш аромат. Удаляет известковый налет, блеск и сияние, подходит для акриловых ванн, антиналет. 450 миллилитров. И еще новиночка, вот такой гель для стирки от Куалита, стандарт. 1 литр 99 рублей, бережная стирка. Сохраняет яркость ткани, удаляет пятна, легко выполаскивается для черных вещей, для темного белья. Такатон Клаб Балашиха. Много-много декоративной пленки нам привезли, два цвета, золото и серебро. 199 рублей, 40 сантиметров и целых 5 метров длина. Вряд ли она, конечно, жаростойкая, чтобы вот на кухне можно было обклеить рабочую поверхность у плиты, но все-таки вот такая вот новинка. А еще вешалки новые, посмотрите, два цвета. Еще такая нежная персиковая вешалка. На самом деле они такие мягенькие, гнутся, проминаются. Для тяжелых курток, я думаю, не подойдут. Так, вешалка 48-50 размер, называется она цветная, Россия-производитель. Вот, 55 рублей, все правильно. 116 рублей, женские махровые носки, размер 23-25, это длина стопы. 82% хлопок, Россия, Московская область, Мытищи. Качество носочков мне нравится, все сделано хорошо, разные расцветки разнообразные. Какие яркие. И есть еще вот такие синенькие. Классные носочки. Еще одни новые носочки. Уже 149 рублей. ИДМ 23-25 размер. 94% полиамид. И это тоже Мытищи. А есть с пингвинами. Ассортимент большой. Это я вам еще даже не все покажу сейчас. Там еще есть. Все вот эти основные цвета есть в полоску. Есть со следочками, с пингвинами и однотонные. $149 упаковка чая Бернли. Новогодняя упаковка, 100 чайных пакетиков. Черный чай. Английский завтрак. А, кстати, вот этот чай за 149 рублей в жестяной баночке. Оказывается, тут есть разные баночки. В этом фикс-прайсе вот такие два варианта. Но с этой баночкой что-то пошло не так. То ли упало, то ли что. 149 рублей, здесь 100 грамм черного чая. Только посмотрите на эту картинку. А вот это новинка. Глинтвейн безалкогольный. С соком граната и апельсином. 83 рубля. Горячим его пить будет вкуснее. Объем здесь 1 литр. Так, ну что, давайте искать состав. Сок гранатовый, сок апельсиновый, сахар, растительный экстракт корицы, растительный экстракт гвоздики, имбиря, лимонная кислота, мускатный орех, сахарный колер, краситель. Ароматизаторы корица, имбирь, гвоздика. Ну, в общем, в принципе, состав-то хороший. Можно попробовать такой напиток.
изготовитель, Смоленская область, поселок городского типа Красный. Ну что, попробуем? Решилась я на приобретение вот такой подводки, тем более, что вы ее хвалите. Ни одного плохого отзыва на нее не поступило, только хорошие. Единственный минус – быстро кончается. А так все отлично, поэтому я тоже сегодня ее куплю и протестирую. Вот они, эти тросточки, 59 рублей, 40 грамм. Я вам показывала фотографию в своем телеграм-канале, эти трости в Ашане. Если вам в качестве подарка, вот в коробочке подарить, то можно фикси взять. А если для себя, то лучше в Ашан сходить. Они там дешевле гораздо, по 20, по 30 рублей за тросточку. Бальзамы детские для губ появились, магия против льда и холода, с пантенолом, с витамином Е и маслом златоцвета. Это фитокосметик, девочки, наверняка, к составу никаких претензий. Да, много-много масел, поэтому, в принципе, можно взять. 49,50, а есть еще отморозка, 59 рублей. Да вроде тоже ничего такого прям страшного я не вижу. Настольные часы электронные. Понадобится вам 2 мизинчиковые батарейки, в комплект не входят. 7 мелодий, 2 сигнала на выбор с подсветкой. Белые, черные, розовые. 249 рублей. Функции: время, дата, день недели, будильник, таймер, термометр и подсветка. На этом сегодняшний обзор я завершаю. Спасибо, что вы были со мной до конца. Очень надеюсь, что мой обзор был для вас полезным и интересным. Не забывайте о лайках, берегите себя и своих близких. Всем до новых встреч. Пока-пока.